Здравствуйте, дорогие покупатели! Рада приветствовать вас на своем канале. Ольга Савкина, садовод-гид, и сегодня я в гостях у своей любимой Елены. У нее шикарный, качественный трикотаж. Производство все Россия и Белоруссия. Большой размерный ряд с 42 до 64. Сегодня будем показывать свитера, платья, брюки, все теплое, великолепного качества. Так что давайте скорее смотреть обзор. Поехали! Здравствуйте! Мы находимся рынок садовод, 14-й километр МКАДа, корпус Б. Визиточку мы вам покажем. Пожалуйста, первый этаж, 4-я линия, 12-е место. Вывеска у нас здесь такая, вязаный трикотаж из Белоруссии. Как нас найти? Хинкальная, первого этажа. Выход номер 4 или вход номер 4. Значит, у нас вязаный трикотаж российских и белорусской фабрики. Вот начнем с кофточек тепленьких, уютных, комфортных. Они размеры 46 по 58. Они в свободном стиле. Вот на мне одет 50 размер. То есть он свободненький, комфортный, теплый. Пожалуйста. Цвета бывают разные, спрашивайте. Теперь вашему вниманию представим брючки, у нас здесь есть. Вот как раз сейчас самые теплые, на прохладную погоду теплые брючки. С 46 по 64. Высокие, они достаточно плотные, не рыхлые, коленки не вытаскиваются. На 1,64 м. Но смотрите, некоторые женщины маленького, их можно здесь в ателье подшить. Проблем нет. Так? Также есть фабрики Тамбовская, брючки у нас тоже, они идут теплые, комфортные, но они немножечко идут помягче, да? По составу они все 30% шерсти, 70% полиамида. К брючкам, к этим, мы сейчас покажем, можно составить как костюм. Сейчас я покажу. У нас опт и розница, конечно. Мы сегодня озвучиваем розничные цены. Оптовые, пожалуйста. Брючки у нас по цене 2200 и 2500, большие размеры, 58-64. Вот к этим брючкам, вот я показываю, к сереньким, у нас можно сделать костюм, вот так вот. С 44 по 56 размер. Так можем составить как костюм. Так, также у нас очень много сейчас спрашивают платья, да? Давайте покажем платье. Оль, давай покажем платьица. У нас вот есть вот такие с гольфиком. Они идут без размеров, в оверсайзе с 44 по 50. Цвета тоже разные. Олечка, давай подойдем, покажем цвета, потому что у нас некуда вешать. Товара очень много, некуда вешать. Смотрите, какие цвета вот в этих платьицах. По составу здесь тоже идет 36 и 70 пана. Теплая, красивая платьице, оно не вытягивается, ничего, комфортное, хорошее. У него цена 3000. Вот такое вот платьице есть. Это уже белорусский трикотаж, они в разных цветах бывают. Вот сейчас на данный момент у нас терракотовый цвет. Вот очень такая удачная длина, разрезы, и здесь имеются размеры 42 44, 46 48, 50 52, 54 56. Размеры задвоенные, платьице вот такое прямое. Вот, в составе тоже 36 и 70 полиамида. По ценнику 2500 розничному. Вот такого плана тоже оверсайз платье есть. Они идут у нас с 44-го одеваются по 50 размер. Безразмерные, только идет цветовой гаммы. Цвета давай посмотрим, Оль. Серые, черные, разные. Но цвета дополняемые. Вот, по стоимости 3. Вот такого плана идут у нас. Да, но это идет на полных женщин. Размеры идут с 52 по 58 можно одеть. Цвета также бывают разные. По ценнику идут 3. Платьица у нас есть. Они идут в оверсайзе с 46 по 50,
второй, четвертый одеваются, да, тоже разные цвета здесь, смотрите, какие цвета, и зеленые, и желтенькие, джинсовые, разные цвета у нас тоже также по цене 3. В продаже также есть сарафан. Женщины очень любят у нас сарафаны. Так, они идут с 46 по 58. А по сумме они идут 2400. В составе тоже идет шерсть 30%, 70% полиамида. Разрезик, молния здесь у нас рабочая. Покажем. Так, под него можно подобрать свитера у нас. Они легкого такого, не сильно плотные. Свитера из хлопка. Здесь 70 хлопка, 30 полиамида. Рисунки разные, цвета разные. Размеры 46 по 64. По стоимости у нас они 2100. Они здесь, Олечка, давай покажем, разные есть. И на мыс, и разные рисуночки с длинным рукавом. Здесь 3/4 рукав идет. Ой, этих вот. Ну, там можно разные подобрать, потому что моделей фабрики стараются очень много разных. Так, также есть платьице вот такое, вот 48 размера по 64. Здесь в составе уже идет хлопок. Вот такое вот платьице, так? Платье потом нужно спрашивать. Платьев бывает у нас не так уж и много, но бывают тоже. Это вязаный полухомутик, цвета разные, 46 по 56. По стоимости они идут 2300. Так, Оль, давай жилеты покажем. Жилеты 46 по 64. Цветов разных много здесь. Бежевые, синие, черные. Молодежные вот такие вот. Ну, не только молодежные, кто любит модничать, одеваться стильно. 44-го чуть немножко свободнее дают фабрики размеры. Да, некоторые модели прям идут размер в размер, но белорусский трикотаж всегда свободнее. И тамбовской фабрики немножко свободнее идут. Вот такие модненькие у нас барашки из хлопка. Здесь 50 хлопка и 50 пана. В сером цвете, в джинсовом цвете. Это оверсайз уже одеваются. 44-го по 56-й можно одеть. Ромашка вот такая вот есть. Потом вот такой вот очень красивый модный джемперочек из хлопка. Это все белорусский трикотаж. Также есть у нас оптимист, Оль. Давай заглянем сюда. Оптимист. Он есть в зеленом и в черном цвете. Написано оптимист. 50 в составе хлопка и 50 пана. Жилетов здесь очень много, так что спрашивайте. Вот они на пуговках есть. Есть гусиная лапка 44 по 58. Есть коротенькие на пуговках и есть длинные на пуговках. Гусиная лапка у нас идет по 1800 рублей. 44 по 58. В составе шерсть. Оль, давай костюмы покажем. Костюмы у нас очень, очень интересные костюмы, классические. 44 по 58 размер. Сзади с разрезиком. Юбочка на резинке. Вот. Очень красивая ромашка есть. Юбка прямая, удлиненная. Размер 44, идет 48. Можно 50-е одеть. Смотря, конечно, какая фигура у дамы. В зеленом цвете есть. Очень красивая, кстати, модная модель. Очень яркая есть малина, беж. И есть серенький вот такой. Цвета меняются, потому что оптовая точка. Может и не быть этих цветов на данный момент, когда вот был кто заказывать. Есть юбка вот такая, плиссе. Так, по стоимости не сказали. Ромашечка 3500 костюм. Этот вот тоже не сказали, 3500. А далее у нас есть вот такой вот костюм, плиссе, юбочка. И однотонный, красивый такой вот. И можно его использовать не только под юбку, можно одевать и под брючки, и под другую юбку, скомбинировать джемпер. Размеры одеваются 44 по 50, можно по 52. Цветов тоже давайте покажем, Оля, очень много. Цвета есть вот коричневый, льдинка, черный, беж, серый и малиновый, как на витрине, да? По стоимости 3500.
Далее у нас есть кофты, мы давай покажем. Они у нас идут с 42 по 58 на мыс, для прямые. Немножечко под резиночку. Есть крупные вязки, есть мелкие вязки. Есть очень красивый вот такой комбинированный жакетик. Есть вот такие жакеты, они разных цветов. Видите, удлиненные. По стоимости 2400, 2300, эти 2500. Они разных идут рисунков и цветов. Вот очень красивый идет кардиганчик. Он идет с 42 по 56. В составе здесь все, везде состав 36 и 70 полиамида. И есть вот такой вот еще кардиганчик. Так, есть покороче юбочный такой очень красивый кардиганчик. Вот такие. И вот такая вот моделечка. Вот они тоже бывают в разных цветах. Размеры с 46 по 56. Угу. Так, что мы еще не показали? Ну, вот здесь вот тоже, посмотрите, разные джемпера. С 46 по 56. Белый с черным, синий с белым и джинсовый. Смотрите, в желтом цвете есть красивый очень. В пудровом цвете. Вот эти у нас 200. Вот эти 2400, размеры задвоенные, идут 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Три цвета на данный момент: терракот, василек и зелень. Так, вот эти вот кофты тоже классические, очень красивые. Рисунок такой красивый, да? Смотрите, какие косы. Они простые, но красивые. Для милых взрослых женщин у нас есть модельки с 46 по 64. Вот и на этой стороне, Оль, посмотри. Вот, пожалуйста, на подарки. Ценники у них 2200 в основном. Здесь вот это, если крупная вязка идет, 2400. Вот, очень красивые джемпера. Сейчас мы покажем. Вот, 42 по 56 размер. Пудроцвет, белый цвет, голубой и шампань. Они очень полные такие, свободные размеры, кто модничает. Оль, давай покажем. Тунички еще есть, да, потому что многие спрашивают еще у нас туники, есть ли в продаже, да? Есть они у нас в продаже, вот такого вот плана, вот такого вот плана. Вот, все, конечно, мы не покажем, Оль, дадим ссылочку, будут смотреть в телеграм-канале. Вот такого плана, с 46 по 64. Вот мне что нужно показать еще в эфире, просят все. Концертный вот такой предновогодний жакетик. Он с метанитью, вот с люрексовой такой ниточкой, очень красивый. Идет по акции у нас 2000 рублей. Размеры с 46 по 56 остались. Да, доставка Почты России либо с деком. И если по Москве, то у нас есть курьер здесь, который делает доставочки. Вот. Часы работы у нас идут с понедельника по пятницу с 6 утра до 16:00. Суббота, воскресенье мы работаем с 7 до 17:00. Вот. Пожалуйста, звоните, пишите в рабочее время, потому что, но не в силах, потому что мы с 6 утра на работе. Не в силах, бывает, порой не отвечаем. Не обижайтесь, в любом случае всегда ответим на телефонные звонки, пишите на WhatsApp. Информация вся через WhatsApp в основном у нас проходит. Вот, мы реагируем на WhatsApp. Еще нам самое главное, возврата и обмена у нас не существует, потому что нам некогда этим заниматься. Вот, далее давайте еще покажем вот такого плана тунички в разных цветах, это новиночки. Угу. Вот такого вот плана. Это какие размеры? 46 по 56. Так, такие у нас тунички есть. Вот такого плана у нас есть джемпера. Не буду все, и это тоже оверсайз идет. Да, они одеваются с 44 по 52, но кто-то и 54 одевает. Это в оверсайзе. По цене... Конечно, они удлиненные, по цене они идут 2500. Так, далее здесь свитера. Давай, Оль, быстренько покажем.
потому что все нереально показать. Крупные вязки, они с размерами идут, 42 по 56. Это уже идет с размерами и в цветовой гамме. Это белорусский трикотаж. В разных расцветочках, 42 по 56 размер. Ага. Мы еще сделаем примерочку. Так, Олечка, давай еще с этой стороны покажем, которые у нас свободные есть. Вот такой вот медовый в свободном размере он идет. Одевается, ну, до 56 размера. Цена 3200 у него. Здесь 50 шерсти. Вот такой вот свитерочек тоже бывает в разных цветах. Модненький, в свободном размере. Очень теплый на холодную зиму такой, да. Потом у нас есть вот такая полустоечка интересненькая, 44 по 58 размер. Вот по стоимости они 2300 идут. Полустоечки вот такие у нас есть, 44 по 58. Ассортимент новогодние у нас есть, они с гольфиком, 46 по 56 размер, в составе 30 шерсти, 70 полиамида. По цене они идут 200. Вот эти вот идут, здесь более такая теплая пряжа, размеры 46 по 56, по цене они уже идут 2200, да? А что с размерами? С размерами 46 по 56. Да, ну дальше давай покажем вот. Как бы просматривать, очень много, все не покажешь. Как бы гольфики есть вот такие, они есть до 64 размера, цветов здесь тоже множество. Так? Люди могут подписаться на WhatsApp, да? Не на WhatsApp, да, мы дадим, да. Здесь и новиночки до 64, и тоненькие, много-много разных свитерочков, смотрите, да? Вот, очень много. Ассортимент, вот, кстати, тоже в оверсайзе есть вот такие модненькие рванки, которые одеваются там под лосины, под брюки узкие, очень хорошие, ну, в свободном размере. Вот такого вот плана. Видите, сердечки у нас тоже очень интересные. Полегче свитера есть. Вот такого вот плана. И есть Тамбовская фабрика. В составе у нее есть и лана, вот если, допустим, вот этот состав взять, да, здесь лана, есть шерсть, есть очень теплые, хорошие свитера, не тоненькие, но очень теплые. Давайте, размеры там 44-го в основном идут по 54-й. Оль, давай вот так вот пролистаем. Вот. Здесь их достаточно, всяких нежной расцветки, и по качеству они очень хороши. Вот, смотрите, здесь есть эта с хлопочка. Такой есть свитерочек, потому что не все одевают теплое, да? С размеры 44 по 58. Вот новенькие свитера фабрики Тамбовской. 44 по 54. Вот здесь вот 44 по 54. Очень нежные и качественные свитера, вот как в советские времена. Носили, одевали, вот такого качества фабрика делает. Вискозные, видите, какие красивые. Темный цвет есть. Буковки 44 по 56 в двух цветах. Они очень красивые, губки модненькие. Вот очень поло у нас женщины любят. Вот такого плана тоже сделала фабрика. По цене они, конечно, не дешевые. Вот этот свитер на данный 2900 стоит. Но он по качеству очень хороший. Ну и видно, что он такой прям плотный. И он плотный, но в то же время он мягкий. И очень хорошо носится. В стирке тоже. Стирка, кстати, ну, рекомендации здесь у нас есть на этикетках. 30 градусов и можно стирать. Из хлопка вот такие, Оль. Тоже полу давай покажем, свитерочки вот такие. Есть еще... Вот водолазочка, очень нежная, красивая, некрасивая, а качественная. Здесь эта красота вся идет в качестве, можно так сказать, да? Оль, попробуй, вот какое оно качество. Вообще берешь в руки, он прям утопаешь в нем. Мягкое, и да, носится очень хорошо. Да, пока только в черном цвете. 44 по 54 размер. 44, да, по 54. Цена у этой водолазки 2700.
Вот, так что очень много, давай еще покажем. Ну, все, конечно, мы не сможем, да, Оль, показать, да. Но хотя бы вот... Мы лучше еще придем. Да, еще придем, да. И с этой стороны давай, Олечка, покажем. Это хлопок у нас идет, тоненький, на мысик, с разными рисуночками. 46 по 64 есть размеры. И жакетики разные. Оля, еще обзорчик сделай так по жакетикам. Нарядные. Ну, это классика. Ага. Вот, не нарядная, это классика. Вот, поэтому как-то так, пожалуйста. Давайте еще визиточку покажем. Мы находимся, еще раз напоминаем, 14-й километр МКАДа, рынка Садовод, новый корпус Б, первый этаж, 4-я линия, 12-е место. Рядом около нас ориентир Хинкальная. А Лена, собственно, это вы. Да, Лена, это, собственно, я. Будет и еще прилагаться один номер, тоже Лена, девочка, это помощница, которой также вы можете написать и также можете задать вопросы. Все, всего доброго, ждем вас в гости. Спасибо. Пока.